Валентина Георгиевна Митина, ее с полным основанием можно назвать одной из основательниц нашего музея, по крайней мере, первой выставки музея, которая была в 96-м году. Человек, который прошел и в Делилак, человек, который был арестован в 37-м году по обвинению о том, что японский шпион, по операции, Харбинской операции, была арестована, находилась в этом подвале как арестованная, через 10 лет была освобождена, долгие годы жила вместе своего нахождения в лагере, и в 91-м году приехала в Томск, была гостем, постоянным гостем нашего музея, и она всегда спрашивала, ну когда же будет музей открыт, и она первой принесла довольно большую коллекцию предметов, вещей, которые принадлежали ей и ее подругам по лагерю. И вот в числе этих экспонатов она была, так сказать, что очень хорошей мастерицей, и во многом это помогло ей в лагере просто выжить. И в качестве экспоната это вот такая вот спица, изготовленная в лагере заключенными, и которая использовалась для вышивания, в частности, Людмила Георгиевна вышивала и вышитые свои работы меняла на пайку хлеба. А вот это чехол для расчески с монограммой М. Митина. И вышита эта монограмма и сделан чехол из парашютного трофейного шелка, который привозили в лагерь для шейных работ. И она использовала и сохранила вот эти вещи для нашего мемориального музея. Есть также и образцы вышивок, которые использовали заключенные, изготавливая какие-то вот вышивая вещи, которые потом шли на экспорт, как она говорила. Но они что-то делали сами и обменивали затем на хлеб свои работы. Вот довольно большая коллекция ее поделок хранится тоже в фондах нашего мемориального музея.